нас вылеты закрыты. Мы находимся в Шарм-эль-Шейхе. Да, я налепила блестки на лицо. Вот, смотрите, как красиво. Вот. Мы пролетели 22-го. Вот. Ну, короче. Теперь не знаю, насколько. У нас должен быть вылет, но, короче, нас предупредили, что, типа, аэропорты закрыты и вылеты. Поэтому я не знаю. Такая какая-то конченая, написала, блогеры будут работать. Вообще-то все блогеры сутками так работали. И такие есть, кто еще в этот период радуется какой-то херне. У меня слов нет, клянусь. А, вот. До 2 марта поняла. Ну, короче. Ты шаришь, да? Ну, все. Всем привет, родные. Ну, короче, сказали, что Инстаграм и Фейсбук не будут больше работать. И, типа, это дело часов. Ой, поэтому вот я вам сделала ссылку на Телеграм-канал. Переходите, пожалуйста. Короче, я пойду сейчас набухаюсь в ноль. Я не знаю, сколько пропаду. У меня больше нет слов. Ты идешь в бар? Нет, я просто не буду, я ухожу прямо сейчас. Видите, наклеила все. Да, будут на Телеграме, все. У меня что-то нет сил. Все. Ну да, сказали, закроют Facebook и Инсту. Короче, приходите в сторис, там есть ссылка на Телеграм-канал. Я вас сильно всех люблю. А вот, я очень хочу, чтобы все были счастливы, чтобы все были здоровы, живы. В общем, это очень важно. Нет, конечно, я не нашла ничего. Мама выкинула все. Ну, как, короче, не выкинула, она дала вещи малоимущим, а там была вся сумма. Ребят, да я всех смотрю. Вот сейчас такое состояние, вообще ни до чего. Все, я с вами на связи. Переходите в Телеграм-канал.